Вдохновляющий день был. Да, какой только был вчера. А какие вдохновляющие были вчера истории? А у нас потом структурное собрание было. И так мне хотелось улыбаться, господа, улыбаться. Души, ручки дома целовал. Так ты и целовал. Мари, это исключительно по работе. А со мной заговорил сам Алексей Геннадьевич. Ого. Да, что говорил, вообще не помню. Ну я так вдохновилась. Ой, а мне. Он вообще руку пожал. Вы понимаете, как потом сложно мыться в душе и руку не намочить? О, представляете? А мне кто-то говорит. И что это мы все время на мероприятия ездим? То структурные, то региональные, то российские, то конференции какие-то. Но мне кажется, что вчера мы начали отвечать на этот вопрос, да, а сегодня продолжим. Да, это обязательно. Людей надо вывозить на мероприятие, и самим надо ездить. А то консультант прибежал на пункт выдачи, забрал свой заказ и убежал. И все представление о нашей компании. А как он масштаб бизнеса увидит? Как он с кем-то познакомится? Услышит какую-то вдохновляющую историю, которая его так зацепит, что уже не остановится? А может быть, сюда надо ехать за какой-то одной только фразой, которая все в жизни изменит. Жалко только, что нас сегодня никто не споет. А может быть, все-таки кто-нибудь сможет? От коллег-то надо не отставать, в конце концов. Да, Леночка, может ты? Нет уж, спасибо. Я вчера напелась. Леночка, не переживай. У нас такие замечательные лидеры. Ой, замечательные лидеры и зрители. Меня вчера так поддержали. Спасибо вам большое. Мне сегодня гораздо лучше, и я готова продолжать. Лен, так что, может, начнем? Начнем. Ну, давайте начнем. Давайте начнем. Давайте. Встречайте, друзья. Непридуманные истории.